Расходование бюджетных средств должно быть экономным. Это правило в не самые легкие для страны годы становится более актуальным. В повестке заседания коллегии сегодня два вопроса. Об исполнении программы повышения эффективности управления муниципальными финансами за 2015 год рассказала Ольга Гнедюк. Заместитель начальника департамента финансов отметила, что в прошлом году по арендным платежам в бюджет не донесли 35 миллионов рублей. В том числе недоимка за аренду имущества по состоянию на 1 января составила 23 миллиона рублей, рост составил 19 миллионов рублей. Недоимка за аренду земельных участков на 1 января 2016 года составила 76 миллионов рублей, или рост 27%. Глава города Сергей Бурдыгин напомнил об ответственности за несвоевременное внесение платежей по арендной плате. Никаких поблажек в этом случае быть не должно. Понятно, что финансовые условия у всех не очень хорошие, но не надо идти на поводу, и надо все, что по закону нам положено получить, необходимо получать суммы внушительные. Несмотря на это, в прошлом году удалось и сэкономить. К примеру, экономический эффект от реализации энергосберегающих мероприятий составил 17 миллионов рублей. Экономное расходование специалисты выявили и еще по нескольким позициям. По муниципальным учреждениям снижение затрат за 2015 год составило 58 миллионов рублей. В том числе экономия от процедур размещения муниципального заказа муниципальными учреждениями составила 46 миллионов рублей. Общая эффективность мероприятий по снижению затрат за 2015 год составила 71 миллион рублей. Об осуществлении закупок и перспективах работы в этом направлении говорили во второй части заседания коллегии. Специалисты отдела муниципального заказа по итогам прошлого года выявили неисполнение плана эффективности. На то есть объективные причины. К примеру, стоимость необходимой продукции, та же канцелярия, йорктехника, выросла в цене. Второй по распространенности причиной неисполнения плана стало ожидание сокращения бюджетных расходов. Большинство из неразмещенных вовремя закупок впоследствии были все-таки произведены либо с уточненными условиями исполнения контракта, либо был изменен способ закупки на единственного поставщика, либо денежные средства были перераспределены на иные нужды. Заслушав доклады, Сергей Бурдыгин рекомендовал в этом году увеличить эффективность работы в плане экономии бюджетных средств. Юлия Перова, Александр Анфимов, новости Губкинского.